На момент создания этого видео китайские чехлы, наверное, еще не появились. Вот здесь такой неплохой, правда, только белый. С подставкой. Это силиконовый. Но мне, скажу вам честно, не пришелся по вкусу через... Он гладкий такой. Я такого не люблю. Мне больше понравился вот такой. Сейчас его заложу. Он уже без этих фентиклюшек, но он такой бархатный какой-то. Его так приятно в руки брать, так буквально хочется в руки взять. Я лучше, чем жену. А это я пошутил. Еще увидит. Скажет, убирай вещи. Иди своим телефоном. Вот если взять такой чехольчик. Да, есть еще книжки, но книжки мне нравятся магнитные. Вот только они очень вредят телефону. Есть без магнитов, но это еще нужно утруждать себе, открывать, закрывать книжку. А вот это нравится еще тем, то если, не знаю, будет здесь заметно, здесь есть такие ободки. Так что телефон, даже если падает, он никогда, с ним ничего не случится, так как ему это мешает. Плюс, если установить еще оригинальное стекло, вот такое. Я сделал уже видео, оно есть, как я по нему молотком со всей дури бью. И выдерживает. Это хорошая защита. Но главное, если каждый день брать в руки, вот это очень приятно. Очень, очень такое. Ну, не могу это дать потрогать. Только могу сказать, что очень такой приятный на руки. Ну, вот и все. Спасибо за просмотр.